Ребят, всем привет! У нас сегодня проверка на канале Tesla. И у нас сегодня найдены недавно вот такие вот аппаратики. Но не только их мы будем сегодня проверять. Будет немножко больше приборов. Но вот это вот сейчас вот первое, что я настроил в принципе. Значит, что это у нас? Это у нас вот этот верхний, это кассетный дек. Короче, я каюсь, думал сначала, когда нашел, думал, что это CD-плеер. Нет, это оказался кассетный дек. Сейчас вот, вот так вот сделаем его так вот. Eject Open DOS. Вот здесь видите, да? Вот так вот кассетка стоит. Вот. И, значит, модель его RDS, это Denon RDS 610. И у нас усилитель, точнее даже не усилитель, а ресивер Technics SAEX 140. Вот, в принципе, у обоих приборов как бы, ну, оптическое их состояние, внешний вид нормальный. Вот, ну, за исключением некоторых мелких деталей. Вот, допустим, вот здесь маленькая царапинка есть. Здесь вот маленькая чуть-чуть мятинка есть. На усилке, допустим, здесь тоже вот чуть-чуть. Но это все попробуем убрать. Попробуем все это. Вот, кстати, включу радио, нажал случайно кнопочку, и вот радио здесь работает. Вот как раз волна та, которая нужна. Вот. Ну и кассета тоже стоит. Кассету долго не буду крутить, потому что, скажем так, что, ну, YouTube нас забанит. Вот, поэтому с музыкой немножко будем осторожнее. Что у нас сейчас нужно вот на кассету? Там все подключено, у меня уже все нормально. На кассету переключаем. Ты. Вот. Ну и значит что? Play. Вот. Магнитофон вот этот дека работает, ну, вообще просто чудесно. Причем она, ну, не простенькая такая, скажем. Вот, она не хилая. Она выдает хорошее качество музыки. Вот. Здесь даже уже тут можно баланс, бас регулировать, ну и так далее. Здесь вот настройки тоже, да? Вот. Сейчас итальянцы играют. Сам усилок тоже неплохой. Он ресивер, можно включать через него радио и так далее. Вот. Ну и выдает он, естественно, тоже нехило. Сейчас он немножко. Конечно, кассеты, вернее, не кассеты, а колонки мои, они даже не выдержат того, что он выдает. Поэтому мы не будем включать его на полную. Ну вот, в принципе, все. У него вся автоматика работает, все нормально. Сейчас мы перевернем кассетку, послушаем, что с другой стороны. В общем, такие два прибора вполне себе хорошие, такие Wi-Fi. Wi-Fi, я сказал. Hi-Fi. Ну и плюс еще как это, винтажный. Скорее всего, это винтажный уже Hi-Fi. Вот. Ну, неплохой. То есть для любителей, для ценителей, особенно кассет, вот эта кассетная дека, я считаю, ну вообще перфект. Вот. Ну вот здесь тоже итальянцы сейчас находят. Все мягенько, все четко играет, все классно. Вот, ну в принципе что, с этим усилком я тут не буду кнопки нажимать, потому что особо сам не разбираюсь еще сильно в том, что здесь есть, но то, что он работает, это факт. То, что работает вот эта вот кассетная дека, это факт. Поэтому, значит, сейчас я переустановлю здесь, на немножко поменяю эти девайсы, и мы продолжим.
Ну вот, ребят, еще два прибора, но один уже мы проверили, это Denon, короче, кассетный дек, так называемый. И вот сейчас в данный момент у нас стоит тоже Denon усилитель. Вот, и что-то в нем как-то что-то не то. Но будем сейчас смотреть вместе. Вот, если я его включаю, сейчас мы давайте переключим на этот, немножко неправильно включил. И мы переключим на Tape 1. Вот на AUX. Давайте на AUX включим. Это будет проще. Вот. Короче, как бы усилитель включен. Сейчас вот так включен. И стоит AUX. Вот. Если мы включаем музыку, вот, музыка пошла, но мы слышим. Мы слышим, причем не из колонок, а из вот этого вот прибора что-то. Что-то, какой-то шум. Вот. Ну, а так, надо потише сделать. Сейчас мы будем включать. А, ну, в принципе, да. Работает. Это я включил на А. То есть я на А включил. И сейчас мы добавим бас, добавим tribal. Баланс стоит нормально, тип монитор, так, субсоник, так, ну давайте еще раз попробуем включить вот так вот. Вот. Слышите, да, у него проблемы с вот этим вот регулятором звука, но это я знаю, что вам нужно делать. В принципе. В принципе, понятно. Сейчас мы перемотаем. Вот, в принципе, все понятно. Единственное, сейчас мы еще проверим линию B. Вот, ну и будет уже конкретно понятно, что в нем не так. Вот, единственное, что мне последний раз не нравилось. Ну, в принципе, нормально. Я думал, что вот эта ДК, она не держится и как бы сама по себе выпадает. Нет, она держится, нормально стоит. Просто, наверное, вот это неровно было. Так. Включаем еще одну музыку. Вот слышите, да? То есть регулятор звука. Вот он немножко портачит. Но у меня есть, в принципе, от него лекарство, поэтому, в принципе, разницы нет. Сейчас пока мотает, мы переключим здесь на линию B колонки. И проверим ее. Вот. Так быстро мотает, что уже, в принципе, все-то и перемотал. Вообще, вот этот Denon, ну, по себе, сам по себе неплохой приемник, неплохое радио, неплохой усилитель. Вот. И если он работает, то это будет неплохо тоже. Сейчас, чтобы не перепульсовать. Итак, сегодняшнее видео, оно больше для любителей хай-фая, поэтому любителям электроники и компьютеров прошу меня извинить. Ну вот так сегодня. Почему-то что-то там щелкает. Вот. Давайте, слышите, да, ребят? Что это может быть? Вот она щелкает без конца. Щелкает и щелкает и щелкает.
Вот, в этом, наверное, и проблема тоже еще. Включаем сейчас музыку. Когда музыка играет, не слышно этого, да? Вот. Ну, а когда не играет, вы слышите вот эти вот щелчки вот эти. Так, сейчас в данный момент мы включаем B. И включаем play. Ага. Кассету, наверное, надо переставить, да? Точно, надо переставить ее вот так. Хороший плеер. Итак, послушаем, как играет линия B. Я думаю, что проблем не будет. Интересно то, что, ребят, когда начинает музыка играть, вот сам усилитель перестает щелкать. Вы слышите, он сейчас не щелкает. А вот это вот мне уже... Вот это мне уже нравится. Значит, сейчас вот выключаем. И... То есть, как бы он тоже перестает щелкать, да? Вот так попробуем. Нет, давайте его выключим и включим. Вот. Тоже перестал щелкать. Странное явление. Странное. То щелкает, то нет. Ну вот, играет все. Я же проблема с тем, что вот здесь вот в регуляторе громкости идут, как немцы называют, их здесь кратцы, да. Вот. Но я знаю, лекарство у меня есть, поэтому мы это все исправим без проблем. В принципе, рабочий, да, только единственное, нужно разобраться, во-первых, с этим щелканием, почему он щелкал. Вот, во-вторых, вот с этим декелем, что-то мне не нравится, он как-то он слабенько сидит. Ну и в-третьих, надо его подкрутить там, посмотреть, что с ним. И в-третьих, вот этот вот регулятор громкости. Все, на этом все, ребятки. В принципе, все болезни, я думаю, что мы разобрались, что с ними, с этим серебряным прибором. Здесь вот немножко, кстати, немножко вот так поцарапано есть. Вот, ну, это можно все исправить. И на этом все, заканчиваем. Я желаю вам удачи. И до следующего видео. Подписывайтесь на канал, на Инстаграм. Всем пока.